Здравствуйте, дорогие мои зрители. Друзья, сегодня я хочу поговорить о таком комнатном цветке, который называется пеларгония. Выращивала я лет 5 тому назад их из семян. И вот из года в год я их высаживаю на клумбу для того, чтобы они там больше разрастались, цвели. А на зиму я забираю и с корневой системой, вот в данный момент, обрезаю все черенки, черенкую все побеги, которые за лето нарастают, и еще черенкую. Ну, другой раз могу просто с корнем забрать и на зиму вот так вот сохранять. И вот так вот уже мои пеньки все пообрастали на данный момент, на сегодня, 12 января. Здесь также у меня здесь в основном те, которые были с корневой системой. Стоят они у меня в коридорчике, там, где прохладно. Температура от 12 до 15 градусов держится. Также на что хочу обратить внимание, друзья. Здесь у меня есть, который пустил свой цветонос. Вот он, маленький. Но его лучше удалить, чтобы больше нарастала зеленая масса. Вот о чем, друзья, сегодня я хотела с вами поговорить. Это цветок, с которым я не расстаюсь уже много-много лет. Его можно вырастить из семян. Также можно почеренковать. Но мне понравилось вырастить их из семян. И потом из года в год их просто сохранять. Таким вот образом. Вот и все, друзья, о чем я хотела с вами сегодня поговорить и поделиться. Кому была полезна моя публикация, оставайтесь со мной на канале, подписывайтесь и ставьте пальчик вверх. Всем пока! До новых встреч!